немножко так, это, придем к началу. Бадаха, выступление или вопрос? Не, как бы, ну, реплика и вопрос по сумме это будет. Смотрите, вот вы сказали заслуга, там, в 92-м году 14 человек депутатов провели. Но по закону 91-го года у нас должно быть 36 депутатов там. Значит, это не достижение, это проигрыш уже в 92-м году начался. Теперь мы о чем ведем разговор? О каких восстановлениях прав? Они у нас восстановлены уже. Нариман, вы это выступление с августа Сузьязов, с Шарсен Сузьязов. Ну, я что-нибудь отдельно меня. Да, отдельно будет. Отдельно.